Сегодня мы поговорим о фрукте киви с комментарием врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. В качестве благодарности вы сможете получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. Ну, тогда начнем. Плохое настроение. Кушайте киви, говорят ученые. Этот фрукт способен зарядить позитивом всего за 4 дня. Киви – источник витаминов С, В, К, антиоксидантов и пищевых волокон. Употребление киви улучшает настроение и заряжает энергией. Как это происходит? Нехватка в организме витамина С ведет к снижению настроения и когнитивным расстройствам. Но если включать в рацион пищевые добавки или продукты с аскорбиновой кислотой, то улучшается настроение, жизненный тонус, самочувствие, снижается проявление депрессии. Интересный эксперимент провели ученые из Университета Отаго, Новая Зеландия. Они отобрали 155 испытуемых от 18 до 35 лет с пониженным уровнем витамина С в плазме крови и разделили на три группы. Первой давали витамин С 250 мг в виде жевательной таблетки, второй – плацебо, третьей – два киви сорта Sungold Kiwi. Исследование продолжалось 8 недель. Прием аскорбиновой кислоты и употребление киви позволили насытить организм витамином С за 2 недели. Те, кто потреблял киви, отметили повышение жизненного тонуса и настроения через 4 дня, устойчивый эффект наступил на 14-е сутки. Ссылки на исследования я оставлю под видео. Берите на вооружение, друзья. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!